Сегодня мы готовим салат из папайи и специй по-тайски. Салат называется соп нормай. Это блюдо северного Таиланда. Нам понадобится 1/4 часть очищенной папайи, 1 лайм, 1 луковица, 5 чесночинок и столовая ложка сухого, пережаренного на сковородке без масла риса, который мы измельчим в ступке. Измельчаем пережаренный рис в ступке почти до порошка. Трем папайю на крупной терке или пропускаем ее через комбайн, что быстрее. Вот мы натерли нашу папайю, а теперь приготовим заправку для нее из лука, чеснока и специй. Вот здесь вы видите лук и чеснок, которые мы обжарили на сухой сковородке без масла. Либо вы можете взять целые чесночины и лук и приготовить их на гриле, а потом тщательно порезать. Сюда мы добавим 1/2 чайной ложки острого чили перчика, либо кайенского перца. Выжмем 1 половиночку лайма. 1 половинка лайма – это столовая ложка лаймового сока. Мы смололи семена, обжаренные сухого риса. Добавим тоже их сюда в смесь. И еще у нас в соус идет 2 столовых ложки рыбного соуса. Попробовав блюдо в дальнейшем, вы можете варьировать, какие-то ингредиенты добавлять по вкусу. Смешаем наш соус с измельченной папайей. Наш салат почти готов. Осталось украсить его побегами зеленого лука. И можете подавать его к рисовым блюдам. Кушайте и наслаждайтесь. Подробности рецепта на сайте «Экзотика. Стиль жизни». Попробуйте, и вы не сможете готовить по-иному.